Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! За кого он пьет? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя! Давай, Тёмка, за тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно! Надо проверить. За удачу и за Артёма. Твое здоровье! Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыли. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчат на них в трущобах Норильска. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно. В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда носачей. Это Артем нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. А я тоже выпью за такого распрекрасного пацана. За Артема. Спасибо, брателло. Благодаря тебе у меня сегодня тоже праздник. Вы грубые солдафоны. Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Ты Артем? Что ты сейчас сказал? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Спасибо. Пошли со мной. Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. Подойди-ка. Ты Артем, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах.
Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем будет. Что за... А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Херня, правда? Thank you.
Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь настрел. А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работает. Смотри, не задень банку. Под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что? Они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Врагу не сдается наш гордый Валя. Не там же свалили! Сука, пацана завалил! Ах ты, сука, нафиг валит!
Братву моча! Стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся. Мне еще жить охота. Противогаз, живо! Ну, давайте! Вылезайте, смотрите, грёбаные! Папа пришёл! Это боевая дрезина Ганзы. Ищут братву. Теперь все ништяк, можно идти. Thank you.
траву. Обрушение тоннеля, мать. И такая лестничка красивая. Засада зубам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Yeah.
А черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь чего. И двинем. За хрень со мной была. Артем, ты слышал это? Фух. Ну и песня. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Вот и проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает.
люди, братва! Откройте, прошу! Не дайте помереть страшной смертью! Вы чё, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки! Кого вы за собой притащили? Упырей! Семён, заводи трясину. Спасем этих полутрупов. Артём, держись! Нам сегодня карта прёт! Его. Эти ребята вообще юмора не понимают. О-о-о-о! Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон, собственной персоны. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семён, смотри, как давно пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил! Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро! К нам Бурбон в гости пожаловал! Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи! Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню! Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен! Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться.